знали, что команда Прилука хорошо усилилась перед вторым кругом. Ожидали от них хорошего футбола. В принципе, они продемонстрировали хорошую игру, взаимопонимание, там, комбинации, все получалось у них. Но из-за того, что мы не развивали много моментов, в принципе, мы могли бы навязать борьбу и там сыграть ничью или выиграть. Но получилось, как получилось. Было очень много ошибок в обороне, давали выходить один на один, поэтому проиграли. Ну, команда Ястрим — это очень хорошие мои друзья. Мы с ними вместе играли еще в спортивной школе. Поэтому, как бы, я помнил прошлый матч, я очень возмущался, что они там вели себя некрасиво, все такое. Но в этом матче все было гораздо спокойнее. То есть, не знаю, у нас, может быть, потеряна уже немного турнирная мотивация, потому что мы уже заканчиваем играть в СФЛ, поэтому как бы, проиграли тоже, в принципе, по делу, но если бы там Леша Михайлов забил бы там пару-тройку своих ударов фирменных, то мы могли бы одержать победу. Ну, хочется вам пожелать удачи, очень жаль, что вы заканчиваете в СФЛ играть. Верим в вас. Спасибо. Всего доброго. Вам спасибо.